Доброе утро. Грызутся мои собаки. Мне только утро, но вам тогда доброго вечера. У меня 9:30 только утра. Кто мне тут смотрит? Как ваше утро, ребят? Ого, ты где-то далеко прям. Это где же ты? Доброе утро. Я из Киева. Фу. Пс, ничего не ешь. Иди ко мне. Кто пойдет на ручки? Кто? Кто? Сладкие мои костики. Ого, -30. Ого, слушай. Я таких холодов в жизни не видела. Вы что? Сходите вон. Зовут. Привет. Ами. Ами, не ходи туда. Я из Киева. Украина. Я как... Я после каждой ночи такая. Ого! Далеко, далеко. Да, нормально, спасибо. Спасибо. Утро. Настанова на день планирования. Заряжаюсь от вас немножко энергии хорошей и от кофе. Парень есть. Спасибо, что очень красиво. Дела тоже хорошо. Ну, мы же сами творцы своего счастья. Как мне слышно, кстати? Москва, привет. На трансляцию заходить не буду, но спасибо за приглашение. Отлично, да, да, да. Чего вы здесь с утра пораньше или с вечера пораньше? Кому как? Да, парни. Нечего с девушкой, у которой есть парни, даже общаться. Она теперь неинтересный собеседник. Вам же хочется только... Латифа! Ла! Это утро. Челочка выпала. Оп.
я что тот мультик, что тот не очень люблю. А то еще Боже, сколько глупостей вы пишете, зайчики, оно же вам вернется. Никто не боится. Никто же не боится, что вам развернется попочкой. Hello. Maybe. Maybe I'm coming to okay. Один, да? Ходи, но я уже там не живу. Раньше это было. Походу, ребят, нормально слышно или не очень? Maybe come Turkey from next year. Maybe. Можно освещение большое. Вот. Да. Ну да, рядышком. Но я там уже не живу, я уже немножко уехала дальше. Уву, пришлось менять локацию. А ты там что делаешь? В клинике. Или возле клиники. Ингланд. Coming. Yeah, thank you. Доброе. Хай. Ами, что это принес? Дай сюда. Дай мне. Отдай. Дай. Ами, отдай мне. Латифа, что это за передачки? Куч, дай сюда. Нельзя это кушать. Дай сюда. Что вы противные такие? Стащили у шиншиллы сена. И давай кушать. Доброе утро, конечно же. Конечно же, доброе утро. Какие-то стрёпанная маленькая девочка. Сейчас пойдем гуляться, а ты стрёпанная вся такая. Ой! Как я. Положи морду. Положи. Сейчас тебя закрыто. Вот такое у меня доброе утро. Не знаю, как у вас. Я решила все же, наверное, вводить традицию к вам заходить по утрам. Скажи. Возобновлять ее, точнее, вот так вот. Уже зима будет скоро, холодно. Утро не будет таким ранним. Так что, думаю, что... Буду к вам заходить каждое утро, поэтому, кому интересно, следите и ждите меня утречком. Ты не чудовище, это маленькая милая собака. Да, маленькая милая, такая совсем милая девочка. Да, милый зверечек. Такой хорошенький плюшевый, да? Да, моя девочка. Моя ты маленькая. Тебе отрежут хвост потом. В другом немножко месте. Mm.
А за жестокое отношение к животным вы еще можете посидеть. Поэтому к вам будет жестоко относиться. Нет, я не курю. Мерзкий это ты. Фу. Нельзя быть такими. Как будто мы не высшая раса, а какие-то это в мире животных просто. Одинаковые. Да, булочка. Да, люди такие, ты видишь, какие противные есть. Да. Да, чудовище. Чудовище. Чудовище, а не люди. Thank you, thank you. Все нормально, вроде как. Спасибо. Спасибо. Вторая сидит под столом, а третья закрыта пока что. Да. Да. Ни собаки нельзя. У нас не та страна, чтобы собак кушать, да и слишком дорого. Слишком дорого вам будет кушать таких собак. Да, малыш? Нет, еще не завтракала. Муж? Мужа еще нету. Да, малышка? Да, наша. Да, да, да. Я не могу так рано кушать. Я сейчас пойду погуляю с собачками. И потом, думаю, будет самое время. Как раз прогулочка, свежий воздух. Пью кофе. Bye-bye. Как вы думаете, сколько мне лет? Мне нету телевизора. То есть что? Нельзя, на что? Нельзя. Папа, беда. Ты шо? Где? Телека нету. Нету. Классно. Но это же не в моей стране еще при этом. Парад. Телепузика. Ну, а она же, понимаете, она же эволюция, не деградация. Время-то меняется. Бегом. Еще бегом куда? В другую страну при этом. Малышка. А что за парад? Расскажите. Что у вас за парад? Что у нас только на 9 мая и все. Я в Украине, ребят. Что это за страна? Да. Ты спишь? Что я? Что я спишь? Как можно быть такой? Шерсть. Это волосяной покров. Волосистый. Офигенно. Ух ты. Ну, прикольно. Прикольно.
А у нас реально парад только на 9 мая, да и в принципе все. Такое. Видите? Разная страна, разные обычаи, что ли. Не буду покупать телевизор. Сами смотрите, сами расскажете, что у вас там происходит и что у вас там было. Смысле, что делать? Радуйся. Я не знаю, как у вас в Украине все было. Все у нас было, парад был, денег кучу бухали туда, не знаю. Привет. Доброе утро. Могу, но не делаю. Это точно, можно выступать на скачках. Да, я из Украины. Турецкий привет, привет, турецкий, и вам. Ой, боже мой. Ребята, вы такие матовые. Доброе утро, Иван. Спасибо. Вы смешные такие. У меня работа позволяет с утра быть дома. Ну, разве что немножко. Что ты не понимаешь, что пишет? Ночная. Нет. У меня свое дело, поэтому я могу работать, когда нужно. Но стараться это не на утро делать. Ой, спасибо, спасибо. Уси-пуси, конечно, ну а где же вы еще это увидите? Ну, там ребенок, походу, вовсю разошелся. Шутит? Да шутит. Солнышко, если ты типа, похожа на девочку, которая разгружает вагоны, то как бы, знаете, по-моему, вы очень не разбираетесь в людях. Ой, смешно, Ева. Почему вы думаете, что если девочка красивая, то она не может заниматься чем-то серьезным и не может как-то найти способ, кроме торговли писей, извините, зарабатывать деньги? Что за время такое интересное? Ой, зайчики. Нет, если спрашивают, я все рассказываю. Ну, почти все. Так, еще какие-то будут глупости, я вас заблокирую, молодой человек. И вообще это очень некрасиво судить по чем-то.
и говорит какие-то гадости. Вы же не знаете, что у человека. Как он живет, какие у него могут быть проблемы. У разных людей есть разные со здоровьем даже проблемы. И это очень некрасиво. Очень некрасиво говорить, судить о чем-то вот, вот так. К вам же это вернется. Привет. 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 Нет, я не спортсменка. Речь. Речь обо всяком идет. Сейчас уже не ем. Сейчас уже такого не ем. Хотя Дана такие вещи любит, сыпет, но есть у людей другие вопросы, из-за которых может быть такое. Ну, у меня лично просто чувствительный кишечник, ну, то есть у меня сразу на все реагирует. То есть любой стресс, и что-то может уже быть. Все, то есть даже не поешь днем, поешь вечером. Пропустил прием пищи, сразу тебе, Натя, здравствуйте. Она спортфит у меня... Именно на протеин не было, потому что я его не на молоке делала, а на воде, либо на соевом, либо на кокосовом молоке. А БЦАшка, по-моему, да, мне сыпала, мне кажется, так. Потому что у меня она до сих пор лежит, и я ее как-то так заметила, что что-то не очень. Не одна. Молочка. Да вроде нормально. Просто молоко, в общем, нам не сильно нужно пить. Да, это гормоны. Гормоны. Видите, как? Я не знаю, как у вас, что, но не знаю. У нас, у меня вот здесь, допустим, клиника через дорогу, ну, с дома видно. И ты не замечаешь, что туда ходили, чтобы туда ходили, понимаете, старые люди. Ходят молодые люди. Тем более у нас от Киева 130, наверное, километров до Чернобыля. И ты понимаешь, что очень много людей, которые болеют. Очень много людей. И все, что вот это дыхание, нос, горло, лицо, волосы, все, что открыто, очень много проблем с кожей. Я не знаю, вот просто замечаешь, раньше так не было. Не знаю. Грустно это, но как есть. Понимаете? Да, сзади магнит с Моцартом, с Австрии. Надо будет еще что-то купить с Моцартом. Это круто. Я собираюсь вот на свой день рождения уже скоро. Тоже поехать в Австрию. Да, давай, едь на парад. Хорошего вам дня. Да, тебе тоже. Привет, привет. Блин, корица.
что, котята? Я таки, наверное, буду выходить скоро. Да? Хай-хай. Желаю вам хорошего дня. Берегите себя, да, привет. Всем привет, привет, привет. Всем связан наш бизнес. Ну, вполне девчачий бизнес. Кому интересно, можете зайти на мой инстаграм, там все есть, все видно. Живу в Киеве, Украине. Жизнь нормально. С переменной удачностью. Вы будете удивлены, но это и то, и то. И магазин, и салон, и... Плюс я еще рисую картины. Ну, дизайнер своей одежды. А, трансляция называется Love Juliet. Это также подписано в инстаграме. Спасибо. Мерхаба. Вот. Котики. Спасибо за сердечки, спасибо за просмотр. Вы такие миленькие. Ребятушки, я буду выходить. У меня куча-куча дел сегодня. Ой, фу, фу. Вот. Хорошего вам дня. Спасибо большое. До свидания. Подписывайтесь.